Высокие места в краевых конкурсах по благоустройству неоднократно завоевывались сельскими поселениями Славянского района. Для того, чтобы эти достижения стали реальностью, нужна постоянная работа всех уровней власти. В кировском сельском поселении по праву гордятся достигнутым там уровнем благоустройства. Напряженная работа продолжается с тем, чтобы сделать жизнь еще более комфортабельной. Как сказал глава кировского сельского поселения, в этом году с помощью районного руководства уже сделано многое. Строится и скоро должна быть открыта комплексная спортивная площадка, делается ФАП в хуторе «Красноармейский городок», приобрели детскую площадку для установки в хуторе Беликов. Мы в этом году занялись достаточно плотно ремонтом сельских клубов. Ну вот, сделали порядка на 400 тысяч сделали отопление в клубе в сельском доме культуры кировский. Мы подремонтировали здание сельского клуба «Красноармейский городок», поштукатурили, заменили там освещение, поставили лампы. Мы здесь сделали много тротуаров. В частности, вот эти тротуары по стадиону сделали тротуаров достаточно много на большую площадь, там, в хуторе Белика, практически по всем населенным пунктам. Занимались озеленением, занимались каждый год, занимаемся в этом году уже подсадили. Активно помогают нам в этом люди. Хутор «Красноармейский городок» небольшой, но благоустроенный. Мы неплохо сделали ямочный ремонт по всему хутору. Сделали новый кусок дороги 230 метров. Это от набережной 79 до 87. Мы посадили 8 туек озеленения. Осенью у нас было посажено 7 лесных орехов, 18 штук гибискуса. Отремонтированы заборчики. Приведенный в порядок клуб хутора пользуется популярностью у местных жителей. В клубе дети постоянно, потому что тут очень много настольных игр, караоке. Тут все, и футбольные, и волейбольные мячи, и все время детей. И видите, детская площадка, пусть она скромная, но дети всегда здесь есть. А самое главное, что в этом году, дороги у нас всегда поддерживаются в порядке. В Забойском сельском поселении в нынешнем году большое внимание уделяется ремонту дорог, строительству тротуаров, замене водопроводных сетей, озеленению. Отремонтированная дорога между поселком Забойским и хутором Солодковским намного облегчила транспортное сообщение. Дорогу отремонтировали, капитальный ремонт дороги внутри поселения, ямочный ремонт, который соединяет наш хутор вместе с Забойским. У нас люди, они сами стараются следить за хутором, они у нас молодцы. Они убирают все, стараются, чтобы нигде ничего, чтобы приятно было заезжать и в хуторе приятно было жить. Поселение старается участвовать в краевых целевых программах, что дает хорошие дополнительные средства на решение важных вопросов. В числе приоритетов здесь и улучшение уличного освещения. Работы по благоустройству будут продолжены. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».